сейчас это утро начинается. Привет, друзья! Сегодня на карпика выскочил, может, чего-нибудь поймаю. Плохо меня видно, отсвечивает, не вижу, видно меня в камере или нет, но это фигня. Сейчас начнем первый закорм делать. Немножко подкормим. Много не будем упираться. Первую точечку будем ловить вдоль камышка. Ну, что-то поймаем. Хорошо. Хотел в другое место. Там все места заняты. Камеру при забросе не зацеплю. Так, недалеко, 60 оборотов. Так что должно быть все отлично. Кидать на ветер, ну, думаю, справимся. Вкусняшку приготовил из того, что было, ничего не покупал, все из старого. Одно удилище буду ставить в цветочке, где кормлю, метров 10 от камыша, вторую максимально близко к камышу. Цеплю от корня, и там буду пробовать. А вдруг? Творится, а вдруг? Хотел немного, а получилось как всегда. Десяток ракет положен. Было 4 поклевки, 2 реализовал. Карпика поймал и амурчика. Рыба на точке есть. Какое-то движение есть, будем ловить. Поклевка. Мимо. А нет, есть. Главное, чтобы не зашел в камыши. В нескольких метрах от камыша корни в воде, рыба туда заходит и уходит. Сход. Thank you.
выбрасываю эту руку. Амур похода. Потому что ряда важно не дать никаких камней. Только он чуть-чуть форсирует. Зайдет в камыши, бесхозный камышок, и подойдет в эту. Уперся в корни камыша, потом вроде выхода пошел, так, надо крючок менять. Куча пустых поклевок, два схода. Сейчас попробуем на эту точку поставить другую насадку. Работала конопля со сливой. Сейчас посмотрим, что другое. Там рыба есть. Вот. Видя, что рыба плохо реагирует на флет, но при этом есть на точке, по кювертипу видно, одно удилище переделал на классический фидер. Поставил пластиковую кормушку 28 грамм. Крылья помогают кормушке быстрее выходить над корнями камыша. Поводок 0,16 длиной 30 сантиметров и 12 крючок. Насадка будет хорошая. Посмотрим, что получится.
сработало. На пару шеек тут ручка. Настоящий карп уже забитый. На сикарную руку есть рыба на почке. Ящик карп, как положено. Главное от камыши не пустить. Корни, корни аккуратненько, давай. Небольшой карпик. Вот такой. Шухай крошка, до 80 грамм справляется. Если появился с утра, пишут на колбасе. Не крупнуть. Вы один, да? Да. Стой, подожди, не торопись. Где там лежит? Знаю, кондиция у вас уже. Три года у вас. Вы же, наверное, даже мне помогали, когда доставать, да, фотографировать. Я знаю. Живет в нем. Замуживать тебя. Нет, это чтоб жила в нем долго. Смотри, там гвоздь, блядь, ты за гвоздь цепляешься, да, так положил. Ладненько, давай. Не, мы кидали. Надо было. Очень. Похеру так можно.
видно, вот и видно. Сюда не надо, туда не надо. Заново закормил точку, и вот ожила, надеюсь. Сильная рыба. Thank you.
большой карпуша. Я сказал бы, скажешь, даже маленький. У кого-то клюет.